Так, прошло 2 недели, как я сформировал сборный отводок. Пришло время отобрать маточник, ставить парочку самых длинных, ровных и красивых. Сейчас буду смотреть и покажу. Так, я дурак, я проморгал время. Вот он, маточник, сейчас я покажу. Вот он. Но из него матка уже вышла. То есть я проморгал со временем. Тут еще есть маточники, но они уже все. Из него матка вылезла уже. Вот я, как я так со временем лоханулся. Этот маточник, вот она, куколка. Ну, маточник уже не обсиживается пчелой. Но пчелы, конечно, прибавилось, повыходил расплод. Как я так, что больше 2 недель, что ли, уже прошло, что маточники уже погрызанные. Ладно. Сейчас буду смотреть дальше. Как я так простоволосился. Да, я просчитался со временем. Матка уже вышла. То, что там есть маточники, они все пчелой не было, или 2 маточника, они пчелой не обсиживались. Ну что, теперь остается подождать еще 2 недели и проверить наличие расплода. Ну, пчела идет себя спокойно, характерного гула. Когда пчелы гудят, что матки нет, нет. Значит, она есть, правда, я ее не вижу. Может, вышла на облет. Может, гуляет, я не заметил. Может, они ее прячут, молодую. В общем, нужно будет смотреть. Время покажет, проверю. Потом. И скажу, что и как. Здесь один нектар и ничего больше. Ничего больше нет. Вот он здесь тоже был маточник. Но вот он. Да. С этой работой попутал дни. И матки повылазили. Ну, что ж, бывает и такое, к сожалению.